А тем временем сегодня в Киеве копам вручали новые гибридные кроссоверы. Напомню, вокруг тендера на покупку японских внедорожников зимой этого года разгорелся настоящий коррупционный скандал. И вот сегодня машины в Украине. Почему скандал разгорелся с новой силой? Далее в сюжете. Историческое место столицы – Киевская крепость. 635 новеньких Mitsubishi Outlander с гибридными двигателями по киотскому протоколу передали патрульной полиции. Вручить их из Токио прилетел лично президент японской корпорации Осаму Масука. Правда, делегация из МВД во главе с министром Арсеном Аваковым на торжественную церемонию опоздала. Поэтому журналистам и пунктуальным гостям из Японии пришлось подождать. Когда опоздавшие подтянулись, началась официальная церемония. Слово взял премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Сначала он поблагодарил японских партнеров и пообещал, что правительство сделает все, чтобы на улицах украинских городов и сел был порядок. А потом обратился и к полицейским. Мы хотим, чтобы у вас была и техника, и все необходимые засоби, чтобы вы эффективно выполняли свои завдания, свой службовый обов'язок. Стоимость гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander почти 1 миллион и 600 тысяч гривен. В ноябре прошлого года журналист Сергей Щербина совместно с бизнесменом и активистом Сергеем Тамразовым провели собственное расследование. Оказалось, японские автомобили покупают по завышенной цене. Общая переплата – 9,5 миллионов долларов. Недовольство переросло в настоящий коррупционный скандал. После чего и сам глава МВД Арсен Аваков начал оправдываться в Фейсбуке и даже объявил, что убедил руководство Mitsubishi Motors в Японии сделать Украине скидку, о чем не забыл вспомнить и сегодня. Я хочу зараз публично подякувати пану президенту Mitsubishi за то, что він в ответ на мое прохание, приймаючи до уваги особливі условия в розвідку полиции, надал скидку по закупівлі цих автомобілей. И маем на эту скидку 13%. Хотя юристы из Центра противодействия коррупции тогда уверяли, изменить действующий договор, за который уже выплачены деньги, невозможно. А значит, и скидка не больше, чем блеф. Но даже с учетом снижения цены для такой большой партии автомобилей, цена все равно завышена, говорят активисты. На вопрос, почему понадобилась именно эта премиум-модель, министр отвечает так. Почему Давайте. Именно Mitsubishi Outlander? Mitsubishi Outlander? Да, данная модель. Потому что эта модель выиграла тендер, выиграла конкурс, который мы проводили в соответствии со всеми процедурами и законными требованиями. Но что удивительно, в национальном конкурсе участвовал всего один трейдер. А это значит, уверяют активисты, условия тендера специально прописаны под одного автодилера – Ника Диамант, которым владеет Владимир Гнатышин, давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко. Он, как и глава МВД Арсен Аваков, выходец из партии «Народный фронт». Для сравнения, в той же Польше полицейские ездят на бюджетных корейских Kia Ceed, стоимость которых в три раза меньше гибридных кроссоверов, приобретенных МВД. Даже в Европе, где бюджет предусматривает траты куда крупнее, привыкли тратить меньше. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.